В Петропавловске прошло последнее в этом году заседание областного общественного совета. На повестке дня государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение. В Североказахстанской области таких организаций 465. Их посещают более 18 тысяч детей. Что касается финансирования, то его здесь определяют согласно методике. Стоимость финансирования одного ребенка для групп с пребыванием детей в течение 10,5 часов составляет 51 485 тенге. Это на селе и в городе 56 741 тысячи тенге. В течение 9 часов 47 443 в селе и в городе 43 226. Для групп с неполным днем пребывания 22 тысячи. 1586 в селе и 20 478 в городе. Говорили здесь и о размере родительской платы на 2023 год. Формирование ее стоимости произвели с применением статистических данных розничных цен на основные продовольственные товары. Кроме того, обсудили члены совета тарифы на регулярные внутриобластные социально значимые автомобильные пассажирские перевозки. С целью уменьшения нагрузки на бюджет принято решение повышения стоимости проезда по социально значимым маршрутам для населения на 2 тенге за километр. Тем самым доход перевозчиков от продажи одного билета увеличится на 2 тенге. Ну и тем самым уменьшаем нагрузку на бюджет. Мы предполагаем, это где-то в планах будет 200 миллионов мы сэкономим. А на этот год план субсидирования у нас стоит где-то на 900 миллионов. А сколько? 900 миллионов будет. Это только автобусные перевозки. Внутриобластные. Всего по области субсидий получают 43 социально значимых внутриобластных маршрутов, общая сумма которых составляет более 787 миллионов тенге. Алишер Ашимов, МТРК.